том, что донорская кровь может неожиданно понадобиться любому человеку, бойцы спецподразделений знают гораздо лучше многих людей. Поэтому собираться всем отрядом и сдавать кровь уже стало традицией волгоградских громовцев. Накануне Национального дня донора они отправились в Волгоградский областной центр крови. Практически все эти 7 раз, которые я сдавал, мы сдавали вместе со всем отрядом. То есть, кому необходима помощь, мы собираемся все коллективно отрядом и идем сдавать кровь. Кто-то из ребят, несмотря на молодой возраст, уже имеет звание «почетный донор». Но даже если вы сдаете кровь 20-й раз подряд, перед процедурой вы должны заполнить документы и пройти осмотр врача. После лабораторного исследования кровь будет переработана и отправлена в лечебное учреждение города. Здесь получается двоякий смысл сдачи крови. Первое, мы помогаем людям, которые попали в тяжелую ситуацию, которым необходима кровь. И, во-вторых, после каждой сдачи крови происходит восстановление организма. И организм, он привыкает к тому, что к потерям крови привыкает и быстрее восстанавливает ту кровь, которую мы сдаем. Поэтому, если, не дай бог, получится, что мы при каких-то мероприятиях сотрудник потеряет кровь, организм быстро ее восстановит. Стать донором может любой человек. Главное условие – отсутствие серьезных заболеваний. Сотрудники «Грома» регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой. Поэтому медики всегда рады видеть бойцов спецподразделения в рядах добровольцев. Анна Дребнева при поддержке пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области.